8 вечера. Время подробностей. Узнайте самые главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. От грабежей до терактов. Убийцы милиционеров раскрыли свои преступные замыслы. Завершение провальной миссии. Украинские туристы наконец дождались эвакуации на 11-е сутки после непальского землетрясения. Гонки золотой молодежи. Во Львове захмелевший мажор устроил ДТП. Пляски на костях. В Крыму у мусульман отбирают кладбище. Грабители автозаправки, которые сутки назад устроили кровавую расправу над милиционерами, сегодня уже предстали перед судом. Им избирали меру пресечения. Сама же история обросла новыми подробностями, которые указывают, за плечами молодых убийц могут быть преступления не менее громкие. В чем они уже признались, в материале Алексея Пшемыского. 823 гривни – цена трех человеческих жизней. Именно на такую сумму в ночь на понедельник четверо молодых парней ограбили заправку в Деснянском районе Киева, ранив кассира в руку. Когда пытались скрыться, началась милицейская погоня. Грабители открыли автоматный огонь. Двоих милиционеров убили, троих ранили. Одного из нападавших застрелили на месте. Остальных троих задержали в квартире в одном из районов столицы. Все они якобы из Винницы, двоим по 17 лет. Уже позже один из них, Евгений Кошелюк, признался, готовили теракты в столице. Мы приехали с целью провести своего рода террористический акт для подорвать доверие населения к власти. Морган должен был стрелять по людям, Вита его прикрывать, Андрей должен был кинуть тротиловую взрывчатку в толпу. Но теракт совершить не удалось, поэтому 2 мая они обстреляли блокпост ГАИ в Боковне. Как сообщил на своей странице в Фейсбуке министр внутренних дел, в машине у нападавших нашли гранатометы, несколько гранат, автоматы и много патронов, а также нашивки спецподразделения «Торнадо» и «УПА». Позже в интернете распространили информацию, что якобы четвертый нападавший, которого застрелили на месте, служил в батальоне «Азов». Но сегодня представитель прокуратуры это опроверг. Ніхто не перебуває в ніяких батальйонах і ніхто не проходив строкову службу. Просто власник автомобіля вдягнув камуфляж. Я думаю, це питання вже не до нас. Какие мотивы нападавших? Действительно ли они планировали теракты? И имеют ли отношение к радикальной организации УПА, взявшей на себя ответственность за убийство журналиста Олеся Бузины, Михаила Чечетова и Олега Калашникова, предстоит выяснить следствию. Адвокат одного из задержанных уверен, дело уже заполитизировали. Цієї справи роблять резонанс. Це само по собі резонанс. Це певним чином тисне і на суд, і на органи досудового слідства, на міліцію, на прокуратуру. Та людина, що загибла, вона однозначно була організатором, як на мене. І що відбувалося в неї в голові, дуже важко зрозуміти. Сьогодні суд відправив задержаних в СІЗО на 2 місяці. Вину признають. За вбивство міліціонерів і може світити від 10 років до пожизненного заключення. Олексій Пшемыский, Андрій Кузнєцов. Подробності телеканал «Інтер». Продолжаются приключения украинцев в Непале. Военный самолет Ил-76 наконец-то отремонтировали. И он уже даже прилетел в Катманду из Дели, где простоял 5 дней. Спасатели должны эвакуировать 74 гражданина Украины и 10 иностранцев. Во время перелета борт сделает техническую остановку в Баку, и уже завтра запланирована его посадка в Киеве. Тем временем в одном из лагерей на Эвересте нашли украинского туриста. У него сложный перелом ноги. Мужчину уже доставили в больницу. Після медичного огляду було прийнято рішення про те, що його не можна транспортувати літаком. Він залишатиметься далі в лікарні міста Катманду. Там йому буде надано все необхідне медичне сприяння, плюс у нього є діюча страховка. У государственной фискальной службы, обезглавленной 1,5 месяца назад, появилось новое руководство. Сегодня на неочередном закрытом заседании Кабмин назначил бывшего инвестбанкира, а ныне народного депутата Романа Насирова главным налоговиком страны. Какая у него стратегия и чем будут заниматься его замы? Подробнее Ольга Теребинская. 67 претендентов, 2 недели и 1 победитель. Треть не подошли по закону. После собеседований отсеяли еще часть. А с оставшимися провели онлайн-интервью. Выбрали 4. Еще раз с ними поговорили. И вот на столе у премьера оказались папки с именами 2 кандидатов. В итоге главой фискальной службы Украины становится Роман Насиров. У меня есть и стратегия, и тактика, как сделать фискальную службу действительно сервисной службой. Другие задачи вы все
дуже добре знаєте. Це корупція, по-перше, це наповнення державного бюджету, це поліпшення адміністрування. Новоизбранный глава родился в Чернигове. Там же окончил экономический университет. Второе высшее получил уже в столице. Дальше учеба за границей. У Насирова степень MBA в сфере финансов и международного менеджмента от Лондонского университета. Карьеру брокера начинал в Британии, но в 2007-м вернулся в Украину и успел поработать в нескольких крупных финансовых компаниях. Специалист по ценным бумагам. А с ноября прошлого года народный депутат. До сих пор возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. Премьер-министр на засідання дав пану Насірову та його заступникам 3 місяці на впровадження реальних змін у роботі Державної фіскальної служби. Ми вибрали якраз, на нашу думку, найкращого кандидата, і він вибрав своїх заступників. Якщо не буде цих можливостей, очевидно, то відповідальні кадрові рішення будуть. Заместителей Насирова Кабмин тоже утвердил сегодня. Константин Ликарчук займется вопросами таможни, а Сергей Билан – налоговой милиции. И поскольку за 3 месяца должны исправить ошибки всех предшественников, то к работе новоизбранные приступили уже сегодня. Ольга Теребинская, Юрий Романюк. Подробности телеканал Интер. Работу над кое-какими ошибками уже провели в пенсионном фонде. В апреле более 20 тысяч неработающих пенсионеров получили на 15% меньше. С них взыскали налог, как с продолжающих трудовую деятельность. Ну и вот теперь обещают все компенсировать. В травне все эти люди за основными або за додатковыми видимостями утримают належные им выплаты уже за травень в полном обсязі и те, что они недоотримали за квітень месяц. А вот саму пенсионную систему ждут большие перемены, сообщил министр соцполитики Розенко. С 2016-го правительство планирует отменить все спецпенсии, а с 2017-го снова попытаются ввести накопительную систему. Будет она обязательной для людей до 35 лет, ну а те, кто старше, будут иметь право выбора. Ставка взносов 2%, и ежегодно она будет увеличиваться, пока не составит 7% от заработной платы. Таким образом, говорит министр, удастся привлечь в экономику страны не менее 5 миллиардов гривен. Це довгі гроші, які будуть вкладатися, починатися вкладатися в 2017 році, а перше вилучення із накопичувальної системи підуть лише через приблизно 25 років. Таким чином економіка отримує довгий ресурс. Боевики вновь обстреляли Широкино. Огонь открыли из стрелкового оружия, использовали крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Еще одна горячая точка на мариупольском направлении – село Чермалык. Эльвина Сеидбулаева сегодня там побывала. А вот, вот видите, водохранилище, а вот следующий берег – это уже ихний. Так что мы их тут, ну тут 550 метров. Позиции противников разделяет река Кальмус. Это Чермалык. Село находится на границе с так называемой ДНР. Сегодня здесь небольшое, но тревожное затишье. Несколько дней назад боевики открыли огонь по мирным жителям. Противник использует АГС, 82-й миномет. На противоположном берегу вы можете наблюдать село Набережное. Там тоже опорный пункт сепаратистов. По нашим данным, там по-разному, в разное время. От 50 до 150 человек бывает личного состава. Здесь местные живут в постоянном страхе. Он добежал, да? Вот сюда и вот здесь упал. Муж Людмилы Чекмак, Владимир, работал во дворе, когда со стороны боевиков начался обстрел. Осколком ему пробила грудь и задело легкое. От полученных ран мужчина скончался на месте. Приехала скорая, что начала уколы делать. Минут 15 он протянул, и все. Я сначала, когда окликнула Вова, Вова, он на меня сфокусировался, посмотрел на меня. А потом больше его взгляд не поймала, все. Это было последнее, что я увидела его. Одно из зажиточных сел в считанные месяцы обнищало. Ферма закрыта, поля в снарядах и воронках. В доме у Валерия пусто. Семью вывез в город. Показывает хозяйство, курдючные барашки, кролики. Единственный заработок. Да и те пострадали во время обстрела. Пробила ей бедро, другой пробила переднюю, ну, поломала переднюю ногу. Резать мне ее жалко, потому что, ну, как душу отдала. Их мне надо пасти уже, но боюсь выгонять, потому что боюсь попасть под обстрел. В период небольшого затишья на улице играют дети. Они уже научились различать виды тяжелого оружия. Гадами сейчас стреляют. Может вечером, может утром пострелять. Может и в обед. Я слышу. Минометы, пулеметы, утесы.
Ну, такое иногда стреляют. Иногда грады. В сельском доме культуры готовятся к 9 мая. Подметают и белят клумбы. Помогают и военные. Это рискованное дело. И смотря чем начнут стрелять, если чем-то крупным, они сюда запросто закинуты. В селе ходят провокационные слухи о вероятном нападении боевиков. Однако и мирные жители, и военные надеются, что все обойдется. Эльвина Сидбулаева, Игорь Сули, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. И далее прямое включение из Мариуполя. Эля, здравствуй. Что происходит в секторе М сейчас? Здравствуй, Леша. Вот пока в Чермалыке затишье, Широкино по-прежнему остается горячей точкой. Российские боевики 5 раз открывали огонь из гранатометов, автоматов, пулеметов. Пустили и в ход пошли артиллерия калибра 122 миллиметра, которые военные должны были отвести еще в феврале. Минские договоренности нарушаются. Во время одного из обстрелов в селе осколком ранит боец полка «Азов» нацгвардии. Сейчас он находится в одной из больниц Мариуполя. Его состояние у врачей не вызывает опасности. Кстати, с момента вступления в силу последних минских договоренностей противник более 1500 раз нарушал свои обязательства, говорят в секторе М. На оккупированной территории противника наши наблюдают вражескую технику. Это в районе сел Таврическое, Саханка и Октябрь. Ну и хочу добавить, что работы по строительству оборонных сооружений вокруг Мариуполя перешли на финальную стадию. У меня пока все. Леша. Спасибо, Эля, тебе за работу. Это была моя коллега Эльвина Сеидбулаева из Мариуполя. В День Победы 9 мая боевики готовят масштабную кровавую провокацию. Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко и призвал жителей оккупированных городов не выходить в этот день на массовые мероприятия. За даними розвідки, бойовики мають наміри розстріляти мирну демонстрацію в Донецьку. В цьому терористичному акті ворог заздалегідь звинуватить сили антитерористичної операції, використає кров мирних мешканців Донбасу як привид для масованого наступу на українські позиції. Российские исследователи затягивают с делом Надежды Савченко. Им снова понадобилось дополнительное время. Теперь продлили срок следствия до 13 ноября. И лишь после этого материалы передадут в суд. Но уже завтра в Басманном суде решат, продлевать ли арест Савченко до 30 июня. Об этом ходатайствует следствие. Рассмотрят и жалобу защиты об отказе отпустить Надежду на сессию ПАСЕ. Духовные скрепы и натужный патриотизм кружат голову российским деятелям культуры, что, впрочем, никак не влияет на их рядовых сограждан. Как цензура лишила права голоса Михаила Булгакова и чем грозит посещение репетиции парада в центре Москвы, знает Данил Русаков. Оказывается, никакой головы Берлиоза вообще и не было. По словам зрителей, один из российских федеральных каналов вдруг неожиданно вырезал сцену, когда трамвай переехал персонажа Берлиоза в сериале «Мастер и Маргарита». Многосерийная экранизация романа была снята в 2005-м, и с тех пор ее не раз транслировали в эфире, не только российском. Телефильм показывали даже на польском Первом канале. Цензуру уже смонтированного продукта объяснили трансляцией в дневное время, мол, якобы закон запрещает насилие. Режиссер Владимир Бортко уже сказал, что может подать в суд. О насилии на российском телевидении вообще говорят в последнее время активно. Его там действительно много. Чего только стоит каждодневный боевик о подвигах террористов на востоке Украины. И чем вот эта сцена превзошла по кровавости эфира новостей, до сих пор не ясно. Кстати, о насилии и многострадальном культе Второй мировой войны российская прокуратура ищет состав преступления в действиях карельских младшеклассников, которые, как сообщается, забросали камнями 77-летнего узника концлагеря. Информации о решении людей в погонах пока никакой, видимо, состава преступления надзорная инстанция еще не нашла. Зато патриотизм, навеянный событиями более чем полувековой давности, до сих пор в тренде. Вот молодые и амбициозные воспитанники российской партии власти дефилируют в
модных вещах. Везде, как на подбор, символика, восхваляющая советский тоталитаризм. Красные звезды, серпы и молоты. Правда, фасончик, как назло, заокеанский. И вот еще одна новость. И опять с оттенком 9 мая. Во время репетиции парада в самом центре Москвы неизвестные избили музыкального директора, работающего у поэтессы Веры Полосковой. Как сообщают очевидцы, группа молодых людей повалила девушку на асфальт и на глазах проходящих резвилась, как могла. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро телеканала «Интер». А российская оккупационная власть продолжает ущемлять крымчан. Новый скандал. Отнимают у мусульман кладбище. Какие пляски хотят устроить на костях, в истории разбирались мои коллеги. Вот так выглядит сейчас старое мусульманское кладбище. Могилы подобрались практически к самому забору. Для новых захоронений местные власти выделили вот этот участок. Крымские татары собрали 20 тысяч долларов и поставили забор. На старом кладбище земля практически закончилась уже. Вот-вот и некуда будет хоронить. А теперь, получается, вот разбирают и не дают эту землю нам. Сносят ограждения коммунальщики. За день разобрали почти половину. Якобы суд запретил расширять территорию кладбища. Но почему-то работы ведутся по-тихому и в выходной день. Я проезжал, увидел, что здесь куча машин, разбирают забор, подъехал. И вот никого не слушая, ничего, нагло, как говорится, разбирают этот забор. Мусульмане уверяют, выделение участка согласовали с властями еще в прошлом году. И местные депутаты поддержали такое решение на одной из сессий. Теперь все вдруг переиграли. Мол, в этом месте грунтовые воды близко подходят к поверхности. А значит, в них могут попасть ядовитые продукты разложения, которые опять же могут попасть в водопровод. Крымские татары показывают результаты экспертизы почвы и уверяют, все эти доводы надуманы. Это подтверждено печатями, институтом, что здесь воды нет. Поэтому после этого было принято решение сессии о выделении данного участка. Возмущенные мусульмане обратились к районным властям с требованием вмешаться в ситуацию. Снос забора пока приостановлен. Видимо, ждут, что скажет на это все правительство Крыма. Все документы крымские татары в Совмин уже передали. Кстати, по плану 6 гектаров земли должны были занять могилы не только крымских татар. Половину участка отдали для расширения христианского кладбища. Елена Митясова, Юлия Крючкова, Виталий Зятковский. Подробности телеканал «Интер. Крым». Вновь карикатурный скандал и вновь стрельба. На сей раз в американском штате Техас. Что там произошло, а также как очередной фейк СМИ чуть не стал причиной кровопролития в Балтиморе. Об этом мой коллега из США Дмитрий Еловский. ИГИЛ докатился до самого сердца Америки, до Техаса. Там накануне прошла резонансная выставка политических и религиозных карикатур. В том числе были и саркастические изображения пророка Мухаммеда. У входа на выставку двое вдруг открыли огонь из автоматов. Ранили охранника, но полиция вовремя подоспела и убила обоих нападавших. Один из них, как выяснилось в ходе расследования, в поле зрения ФБР 2006 года. Тогда 30-летнего Элтона Симпсона подозревали в связях с человеком, который пытался создать террористическую ячейку территории штата Аризона. Он даже собирался ехать на джихад в Сомали. Его осудили условно, выписали огромный штраф. И вот теперь исламское государство через соцсети заявило: мы берем на себя ответственность за стрельбу на выставку в Техасе. Однако американские спецслужбы призывают не верить исламистам, говоря, что они таким образом пытаются приписать себе организацию терактов, которых на самом деле не совершали. Неспокойно и в Балтиморе в эти дни, где продолжаются демонстрации против полиции. Там ситуация чуть было окончательно не вышла из-под контроля властей из-за фейка телеканала Fox News. В городе ведь только-только успели отменить комендантский час. Вот журналисты сообщили, полицейские вновь убили чернокожего на улице Балтимора. Полиция принялась опровергать и рассказывать подробности этого инцидента. Они преследовали вооруженного афроамериканца. Тот выронил пистолет, раздался выстрел, но все целы и невредимы, а преступник был просто задержан. За недостоверную информацию Fox News, конечно, извинился уже перед всей страной. Но их непроверенные новости могли вызвать в Америке новую волну беспорядков, погромов и насилия. Дмитрий Ловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро. Телеканал «Интер». Подробности мажорной аварии во Львове, публичные скандалы в семействе Ле Пен и кто станет крестным отцом новорожденной британской принцессы. Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Под шумок реставрации. Кто и как ответит за лишние этажи в Киевском доме профсоюзов? Неравная схватка. Как археолог пострадал за критику министра?
агенты канцлера. Патронировала ли Ангела Меркель слежку за европейскими политиками? Луганская область. Сегодня утром боевики обстреляли 120-миллиметровых минометов в село Троицкое. Самым же напряженным направлением остается Бахмутская трасса. Под видом проведения парада 9 мая боевики подтянули туда технику. Наступление может произойти за день до парада. Это военные предупреждают о возможных провокациях. Все подробности у Ирины Баглай. Крымская Сокольники. Тут едва ли не каждый день идут стрелковые бои. Диверсанты боевиков подбираются на максимально близкое расстояние – 300 метров. Военные говорят, их целью – узнать численность личного состава и прощупать огневые точки. Действуют достаточно профессионально, чем выдают, что это кадровые военные. Под разведданным говорят, что Псковская дивизия там стоит, и десантники стоят их, и Кантемировская дивизия танковая стоит. Готовятся. Последний массированный обстрел боевики вели со стороны Сокольников несколько дней назад. Вот доказательства, какими орудиями запрещенного калибра бьет противник. Одна воронка, там дальше вторая. И в тылу у нас еще три воронки. А сколько мин таких положили? 5. 120-х. Одно попало в село. Ранена была женщина. Ну, а остальные васильки. Штук 8 васильков прилетело. Пока тихо, бойцы укрепляют свои окопы и занимаются спортом. Но напряжение не спадает. Все в ожидании наступления. Не сомневаются, враг пойдет в атаку. Уж слишком много пригнали тяжелой техники. Говорят, по данным разведки, для нее даже не хватает живой силы. Россия огромная страна. Там огромное количество со времен холодной войны скопилось той же бронетехники, которую утилизировать стоит деньги. Они убивают сразу двух зайцев. Утилизируют технику и плюс создают нам очень много проблем. По некоторым данным, вдоль Бахмутской трассы уже установили гаубицы 152 миллиметра. Местные с той стороны сообщают, боевики готовятся к параду 9 мая. Ирина Баглай, Владлен Ноль, Василий Сачук. Подробности, телеканал Интер. Пока петух не клюнет. Сначала расформировали, теперь начали срочно восстанавливать. Это о стратегической части ПВО, которая прикрывала Днепровский каскад в Черкасской области. В каком она состоянии, как и кто ее восстанавливает? Станислав Кухарчук продолжит. В этой части бывший командир дивизионного установок БУК Владимир Кузнецов прослужил почти 10 лет. Прогуливаясь по заброшенной территории, он до сих пор не может поверить, что 3 года назад его полк расформировали. Зачем это сделали, офицер не понимает. 91-го року випуску техніка була в даній частині. Якщо ця частина виконувала бойову задачу по прикриттю Дніпровського каскаду, то цей Дніпровський каскад на сьогоднішній день залишається відкритий. Територія в кілька гектарів в самому центрі Золотоноші стала лакомим куском для комерсантів. Її не раз хотіли викупити і застроїти. Но війна на Востокі внесла свої корективи. Кілька місяців назад Міністерство оборони вирішило перевести сюди військових. Такі зборно-щитові обложені камнем. Ну, конечно ж, вид трупы получше, покраще. Замкомандира Донецкого полка ПВО осматривает помещение, где будет располагаться штаб. В их части теперь всем заправляют боевики. И бойцам просто некуда возвращаться. Получается, как бездомный полк. И все люди с речами, с сумками. Хочется уже какой-то трошки. И ротацию проводить людям надо. Люди в окопах живут уже рік. На новом месте приходится все начинать с нуля. Сейчас здесь около 40 военных. Их задача навести порядок в казармах, сделать хотя бы минимальный ремонт. Помогают волонтеры и местные жители. Но на ремонт нужно 16 миллионов гривен. А Минобороны выделила пока чуть больше 3. Тему жилья для своих семей военные пока не решаются затронуть. Самое необходимое. Оказалось, не так уж и мало. Старший сержант Екатерина Круглова приехала сюда одной из первых. Муж воюет, ребенок у бабушки. Жить будет пока в общежитии. Комнату выделили городские власти. Осматривая апартаменты, Екатерина говорит, семью сюда не поселишь. Но все же лучше, чем в окопах. Все лучше, чем ничего. Уже есть где переночевать, где остановиться. Хотя бы сумки бросить. Но что будем искать жилье. Что делать пока? Пока так. Разместить семьи военных в Золотоноши в принципе есть где. В городе есть несколько долгостроев. Городские власти предложили Минобороны выкупить их и завершить строительство. Но чиновники пока молчат. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область.
Мажорная авария. В центре Львова Audi выехал на улицу со односторонним движением и подрезал Рено. По словам свидетеля, виновник ДТП был изрядно выпившим. В таком же состоянии находились его друг и три девушки, которые ехали в машине. Водитель грубил, угрожал и козырял своими родственными связями. Дошло почти до драки. Вызвали милицию и гаишников, но вместо того, чтобы утихомирить выпивших парней, те удерживали водителя Рено. Мажора даже не пытались остановить, когда он сел за руль своей иномарки и хотел уехать. На пути машины стал житель соседнего дома. Однако водителя не смутило и это. Он поехал буквально на него. Патруль милиции стоял в сторонке. Водій на Audi себе дуже поводив неадекватно. До працівників міліції він звертався зливливою лексикою. За кермом автомобіля Audi був 30-річний мешканець Львова. За його словами, він ніде не працює. Зараз ми очікуємо результатів експертизи для притягнення його до відповідальності за керування у стані алкогольного сп'яніння. Все выше и выше, как на дрожжах, растет Дом профсоюзов на Майдане Незалежности. Почему реконструкция здания, разрушенного пожаром во время революции, превратилась в очередное незаконное строительство? Ярослав Кречко подробнее. Два новых незаконных этажа над Домом профсоюзов сложно не заметить. Они видны практически с любой точки Майдана Незалежности. Но это не мешает компании-застройщику вести там работы еще с лета прошлого года. Тогда Киевский городской совет профсоюзов, ему принадлежит здание с надстройкой, попросил разрешение на реконструкцию. Чиновники не возражали. Взялась реконструкция помещений, то есть работы выключно мали податься в середине будівлі. Один этаж заметили в октябре прошлого года. Госинспекция разрешение на реконструкцию отменила, а профсоюзные деятели тогда во всем винили застройщика. Ну, с нами, в всяком разе, надбудова не погоджувалася. Направили ему несколько листів приписів, чтобы он негайно зупинив будь-якие будівельні дії. Но с того времени вместо одного лишнего этажа у здания появилось их уже два. Ни много ни мало 800 квадратных метров прямо на Крещатике. Как так получилось, сегодня у столичного совета профсоюзов не узнать. В их другом офисе только охранник. Строительные работы профсоюз доверил компании «Буджилпром». Ее связывают с бизнесменом Иваном Балабаном. Это имя не раз упоминалось в земельных скандалах и криминальной хронике. По адресу, указанному на сайте компании, ее офиса нет. По телефону не дозвониться. Не полезу ни я, ни вы туда с кувалдой, чтобы сносить то, что они сделали. Затеять строительство, по словам главного архитектора столицы, профсоюзы пытались еще до революции. Теперь якобы готовы снести лишние этажи в обмен на разрешение построить что-то во дворе. То, что это будет снесено, это однозначно. И вот эти идеи были о том, что давайте поторгуемся, сначала своруем, да? А потом будем делить пополам. Это вам, это нам. Это не проходит здесь. С октября даже внутренние работы в здании профсоюзов вне закона. Правда, ни профсоюзы, ни застройщик внимания на это, похоже, не обращают. На нижних этажах устанавливают кондиционеры. И, по нашей информации, профсоюзные лидеры уже готовятся к возвращению на Майдан. Ждем реакции прокуратуры. Ярослав Кречко, Владимир Самченко. Подробности, телеканал Интер. Археолог против министра культуры. Чем закончилось предложение об отставке правительственного чиновника для сотрудника заповедника София Киевская? Елена Зорина разбиралась, есть ли место критике в высоких кабинетах. Если попросить министра уйти, тебя и самого могут попросить. Непонятно, правда, из-за нелюбви критики или так совпало. Эта история началась еще в конце марта. Археолог заповедника София Киевская написал письмо министру культуры. Раскритиковал за отсутствие реформ, говорил о непрозрачности кадровых назначений музейщиков и предложил Кириленко добровольно подать в отставку. Вместо ответа спустя месяц Тимур Бобровский получил уведомление об увольнении. В нем говорится, что его должность сокращена, а сам он через два месяца останется без работы. Я это истолковываю как непосредственно выпад против меня лично и попытку таким образом как бы избавиться от меня. Для такого памятника, как София Киевская, основанная в XI веке, археология является одной из основополагающих в изучении этого собора. Стоит ли за этим искать тень министра? Из чего вдруг сокращение в заповеднике? До конца дня в Минкульте так и не пояснили. Запрос оставили пока без ответа. Но Кириленко нам все же комментарий дал. Правда, не министр, а его однофамилец, зам гендиректора заповедника. По телефону заверил,
сделал все ради экономии бюджетных средств. Назвал это реорганизацией. Правда, скольких людей она коснулась, затруднился уточнить. Мол, кого уведомили, без работы на самом деле не останутся. Ему было запропоновано вакантные посады заповеднику, там 1,5 десятка уже плюс-минус там. Реорганізація і штатні питання заповідника Софії Київської не мають ніякого відношення до якихось відносин пана Бобровського, до пана міністра. Альтернативу і правда предлагали, говорить Бобровський, но не археологам, а, к примеру, сантехникам. Його старі находки сейчас експонуються в одному з помещений заповідника. З началом літа Бобровський должен був готовиться к новому сезону розкопок. Вместо этого готовиться к войне с чиновниками. Основання у мене є. Для того, чтобы подавать, потому что как бы это все проходит, как всегда у нас, с нарушениями. Но эта мера крайняя. Пока написал еще одно письмо премьеру. Может, он на министра повлияет. Если оттуда ответа не будет, грозится написать президенту и в парламент. Елена Зурина, Андрей Кузнецов, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Шпионский скандал, который перерастает в политический. Знало ли правительство Германии и Ангела Меркель лично о том, что немецкие спецслужбы невольно помогали американцам шпионить? И чем теперь это грозит канцлеру? Из Берлина Татьяна Лагунова. Казалось, у нее иммунитет к скандалам. 10 лет при власти, а придраться вроде бы и не к чему. В стране все хорошо, в быту скромна, в семейной жизни счастлива. Но не обошлось. Ангела Меркель оказалась в центре некрасивой истории. Детали этого громкого шпионского скандала СМИ смакуют уже неделю. Немцы вдруг узнали, спецслужбы Германии много лет помогали американским коллегам шпионить. За европейскими политиками, министерствами, концернами и корпорациями. Агентство национальной безопасности передавало немецкой разведке так называемые селекторы. Телефоны, IP и электронные адреса, которые нужно держать под колпаком. Немцы выполняли задания и отсылали собранные данные в Вашингтон, зачастую даже не проверяя, что именно. Теперь немецкая оппозиция хочет знать, была ли в курсе совместного шпионажа Меркель. Если да, то как давно? Если нет, то почему? Я считаю, что мы имеем дело с правительственным кризисом. Есть всего два варианта. Либо правительство действительно ничего не знало, и это значит, что немецкие спецслужбы вышли из-под контроля, либо годами обманывала парламент и общество. Оппозиция уже потребовала от спецслужб передать в парламент полный список селекторов, которые они получали от американцев, и вызвать на заседание комиссии, которая расследует шпионский скандал, Ангелу Меркель. Критики подключились и партнеры по большой коалиции, и главные политические соперники – социал-демократы. Шпионский скандал, который мы сейчас переживаем, может пошатнуть надежность нашего правового государства и демократической системы в целом. Знала ли канцлера шпионажа и что именно, до сих пор непонятно. СМИ сообщают, Федеральное разведуправление проинформировало Меркель о странных американских запросах еще 7 лет назад. Ведомство канцлера не отрицает, отчет поступал, но его содержание не комментирует. Сама Меркель обещает разобраться. Я по-прежнему считаю, что вопрос, можно ли шпионить за друзьями, важен, и ответ на него должен быть «нет». Мы ответим на все вопросы парламентской комиссии, которая расследует это дело. Как повлияет этот скандал на политическую карьеру Меркель, сказать сложно. С одной стороны, парламентские выборы в Германии еще не скоро, через 2 года. Но с другой, у конкурентов уже есть козырь, который можно разыграть в любое время. Татьяна Лагунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Отец не дал благословения и отказался от дочери. София Гордиенко, которой самой уже надоели распри семьи Ле Пен, все же расскажет нам, что нового и почему Жан-Мари хочет, чтобы президент Национального фронта чем скорее замуж вышла. Против папы ополчились всем фронтом, забыв о том, что папа этот фронт и основал. После того, как Марин сказала, что Ле Пен-старший не имеет больше права выступать от имени партии, ее ближайшие помощники и соратники с этим тут же согласились. Мы и наши почитатели поражены его постоянными провокациями. Его идеи очень далеки от идей Национального фронта, утвержденных, когда президентом стала Марин Ле Пен. Членство в партии Жанна Мари приостановили. Обычно взрывной политик и тут не смог смириться. Все-таки он не бальзаковский страстотерпец, отец Горио. Отец Ле Пен возмущен и жаждет мести. Президент
du Front National porte mon nom. Мне стыдно, что наш президент Национального фронта носит мое имя, и она должна его скорее изменить. Пусть выходит замуж за своего сожителя или за месье Филиппо, или еще кого-нибудь. Но я не хочу, чтобы ее звали Ле Пен. Если бы было можно, он бы даже сдал ее в детдом. То когда дочери под 50, управу на нее найти трудно. Напоследок Жан-Мари пожелал ей провалиться на выборах президента в 2017 году. София Горденко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. На каком языке заговорит Эраст фон Дорин и кто станет крестным отцом новорожденной британской принцессы? Об этом и не только в нашем обзоре. Новорожденная принцесса Шарлотта разорила букмекеров. У организаторов ставок, каким будет пол и имя ребенка Уильяма и Кэтрин, миллионные убытки. Жители королевства были уверены, родится девочка, а имя Шарлотта лидировало среди возможных. По данным прессы, крестным отцом малышки станет Дэвид Бекхэм. Эраст фон Дорин заговорит по-английски. Писатель Борис Акунин продал британскому телевидению право на экранизацию приключений фон Дорина. По условиям договора автор не раскрывает название телеканала и бюджет проекта. Консультантом выступит сам Акунин. Фемида против арки. Во французском Плоэрмеле суд постановил убрать памятник Иоанну Павлу II, работы российского скульптора Зураба Церетели. Дескать, монумент слишком религиозный и нарушает закон о разделении церкви и государства. Претензии вызывает арка с крестом над фигурой папы. Суд считает ее слишком показной. Бананы с наркотической добавкой. Берлинская торговая сеть по ошибке получила 380 килограммов кокаина вместе с фруктами из Колумбии. Это самая большая партия зелья, которую изымали в столице. Ее стоимость на черном рынке около 15 миллионов евро. Руки за спину, вы арестованы. В штате Джорджия полиция заковала в наручники 10-летнего мальчика. Об этом стражи порядка попросила его мать. Женщина организовала арест сына-сорванца в воспитательных целях. Пользователи сети осудили ее педагогические методы. Это был трехочковый бросок. В Сиэтле полиция спасла мужчину, застрявшего в баскетбольном кольце. Бедолагу вызволял целый отряд. Его нога запуталась в сетке, он беспомощно болтался на щите. Сколько мужчина там провисел и зачем туда полез, остается загадкой. Соревнования в прыжках на автомобилях. В этом состязались британские любители экстрима. Все машины участников подержаны и уже отслужили свое. Для соревнований соорудили специальный трамплин. Каждый пытался пролететь колонну автометаллолома, что получалось далеко не у всех. Победу одержал владелец старенького яркого «Фольксвагена». В больницу на прогулку один из австралийских госпиталей посетила коала. Животное пробралось в отделение неотложной помощи среди ночи, обследовало помещение и спокойно покинуло его. Видео сняла камера наблюдения еще в конце апреля, но только сейчас его опубликовали в сети. Это все на сегодня. Спасибо, что смотрели. Увидимся завтра в подробностях.